Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередная прокачка. Прокачка очень интересного героя. Простили смерть на максималку прокачать. Вот я прокачал 12-12, 20-й прорыв. Почти 21-й даже вкачал. Герой старенький, герой не особо актуальный, но он наносит очень много дамага, плюс нету кулдауна. То есть можно использовать на интересных локациях, таких как подземки, и 7-10 с ней проходили. Не знаю, что сейчас будет на 20-м прорыве, но посмотрим. Так, давайте только поставим атакующий сейчас и талантик. Утекание, в принципе, можно и так волнами поставить. Интересно посмотреть ее на максимальный дамаг. Утекание опять падает. Ничего себе, ремочка даже выпала. Можем, в принципе, и ремочный вариант качнуть, а рунами прокачать. Ну, сейчас давайте до 550 коробок. Не будет, вкачаем ремку. С ремкой будет просто интереснее тестировать на других локациях PvP. Плюс можно потом уже его поставить. Будет шанс того, что она реснется. Правда, ремка сама по себе не особо интересна на подземках будет. Так, оживо. Оживо можно 9-ю вкачать. Ну, как видите, на других серверах падают разнообразные таланты. Но больше всего мне нравится ролить на английском сервере. Вот там реально круто все падает. Вот, выживание. Опять ремка. Напишите потом в комментах, какого героя следующего качать будем. Отошел я от обновы уже, потому что много видосиков было по новому герою, по обнове. И вернемся к обычному нашему режиму просмотру героев. Так, ну я понял, что мы не вытащим. Третья ремка. Окей, поехали, ставим пакт. Не судьба. Можно было бы еще плюс докачать, ну, выше сделать по чарам бедным. Ну, пока так потестируем. Герой дальник. Давайте еще панчбокса поставим. Знаю, что мы сейчас, конечно, сможем в рейде. Нас, скорее всего, сейчас чпокнут смотритель. Видите, бьет героев. Не вариант. Давайте поищем сейчас какие-то попроще, раз-то возможно. Тут Фрея без вариантов вообще. Вообще нереально. Две тычки героя нет. Давайте поехали на аренку. Так, ну этот герой понятно, что будет тащить. Смотрим сюда. Купидон против смертушки. По-моему, панчбокс убил. Либо смотритель. Что по камню у нас получится? Уж какая она медленная. Вот самый большой минус героя, то что он очень медленный. Ну, прям не то, что очень, а вообще нереально медленный. Так, сейчас тут нас, наверное, унесут. Нифига себе,
смотрите, там осталась Фрея. И такие себе герои. Ну, беспонтовый старый герой, но реально вот стоит его потестить, посмотреть. Основное, что мы сейчас увидим его, это на подземках. Вот на подземках Смертушка должна тащить. Ну давай, добежи. Не успела. Ну вот хоть против таких противников можно тестировать. И то не факт. Заберут энергию и все. Вы видели? Они просто слились, она даже к ним не добежала. Короче, надо качать панчбокса. Нафиг 20-е прорывы. Качните просто панчбокса на максималку. И не парьтесь. Не, ну тут она то должна затащить уже. Ну видите, как раз получается, панчбокс включается, когда она доходит до середины, встречается с героями. Так, смотрим. Непонятно, в общем, панчбокс, короче, как обычно, нам все. Все ушатал. На отражалке, я думаю, сейчас она сольется. Ну тут хрон вроде нормально. Ого, нифига себе. Нифига себе. Это было прикольненько. Давайте еще против этого попробуем. Ну, можно еще использовать на битве гильдии, но правда я не знаю. Короче, такое. Беспонтово. Так, давайте сделаем. На себе там отхиливает. Так. Пробуем вот такую вот сборку. И возьмем сюда патчбокса. Уберем, возьмем сюда слона и на подземке пойдем. Посмотрим сейчас, что она может на нашей любимой подземке. Жестокая 8. 10. Смотрим. В принципе, можно было бы даже и утекание не ставить. Толку нам от утекания. Давайте уберем, поставим что-то более интересное. Например, ту же самую грубую силу. Чтобы уже так по максимуму посмотреть. Ставим 8-ю грубую. Поехали. Так, смотрителя я не убрал. Поэтому смотрим внимательно. Ну, сейчас она очень долго будет бить героев. Точнее, юнитов. Пока всех не сольет. Целей у нее не так уж и много, как видите. И она не особо дальник. Да, что-то у нас и с отхилом печально все. Надо, походу, ставить утекание. Так, хорошо. И стан, и то, и то. Чалька. Ну, вот это вот вам, ребят, старые герои на прокачке. Так, чтобы вы понимали разницу. Непрокачанные герои новые намного круче, чем старые, прокачанные на максималку. Такс. Вроде все, поехали. Поехали обратно унижаться. Так, смотрителя надо убрать, надо поставить одного красного вместо зеленого. Ну вот все, вроде все. Нам самое интересное по центру. Что же будет здесь когда-то? Непонятно когда. Ну, ждем этого момента, когда она начнет уже мессу бить либо дракона.
Что-то печально. Печальный урон по миссии, я вам скажу. Как-то странно даже. Девятый пакт плюс прокачка. Все равно фигню бьет. Честно говоря, я даже удивлен. Что это за урон такой смешной? Просто жесть, ребят. Смешно даже смотреть на это. Семьсот. Ни о чем. Вот вам, ребят, герой. Так, окей, с этим разобрались. Поехали. Поехали в забытую попробуем. Правда, тут она тоже ничего не покажет, если она по миссии столько бьет. Давайте ремочку поставим. Ну, то есть вы поняли. Герой, даже 20-я прокачка. Если некоторых, конечно, прокачка улучшила, то этого героя никак. Я думаю, много других героев будут такие же. Но нам надо все равно на них посмотреть. А вдруг мы пропустим мега имбу? Во-первых, герой медленный. Очень медленный. То есть нужно это учитывать. О, нифига себе. Не, ребят, это просто имба. Просто неэволюционированных. Тьфу ты, блин. Героев просто ушатало. Все, надо всем качать. Срочно качайте 20-й прорыв ради того, чтобы унижать героев без эволюции. Так, давайте уже заканчивайте там. Никак не могут. Так, окей. Ну, давайте попробуем шатануть Бигфута. Чё нам? По-любому сейчас затащим их. Плюс Фрея. Опа! Нифига себе! Посмотрите, что она делает. Опять нагибает первые эволюции. Ну, почти. Ну, там было, конечно, Фрея, вы поняли. Против Фрея нет приема. Куда там? Даже первая эволюция Фрея. Это он не просто Фрея. Не, ну тут мы по-любому должны выиграть. Просто что-то пошло не так. Так, какой-то бета, я даже не успел прочитать ник. Бета XC Дрейк. Ну, уходит в инвиз, чтобы вы себе понимали. Это однозначно один из плюсов. То, что герой в инвиз уходит очень быстро, причем. Почти как Ронин. Ну, только Ронин сразу уходит, а это пару секунд. Так, ну давайте против заклинательницы попробуем. Вроде она с эволюцией даже. О, нифига себе. Смотрим. Вот так вот. На тебе, на. Все, ребят, качайте. Особенно качайте 20-й прорыв. Это нечто. Другие так смертушки не умеют. Только такая. Видали? Так, не, нам надо разобрать Анубиса. Однозначно. Поехали. Опа! Инвиз. Что? Что, блядь? Это было, конечно,
Немножко смешно. Что-то офигел, как она стычки сносит под молчанкой. Я же говорил, что это реально имба. Стоит задуматься над ее прокачкой. Блин, вот почему нельзя сделать, чтобы эти смертушки сразу там убивались? Сидишь, блин, ждешь. Так, отлично. Ну, здесь не знаю. Стоит, не стоит. Пишите в комментах. Ну, как по мне это? Это жестко. Слить, блин, столько ресурсов. Ну, а вдруг бы она тащила? Так. В принципе, с этой прокачкой решили. Мы там хотели еще. Да, в принципе, мы ничего не хотели. Давайте я просто вам покажу, для чего она реально может вам пригодиться когда-то. Если у вас нету, например, того же самого Анубиса. Сейчас я вам покажу, что такое смерть и для чего ее надо качать, если у тебя нету Анубиса. Чтобы вы просто себе понимали это. Столько я всех героев соберу. Как-то постараюсь собрать. Так, это надо нам. Так, где мой купидончик? Купидончик, кипидрончик. Так, ну на тыкву можно и ремку поставить. Так, тыква есть. Вместо огника кого мы сюда вставим? Кого бы притулить сюда? А, Валька нам нужна. Где там наша Валька? Так как герой не имеет кулдауна, герой очень обалденно будет смотреться. Где Валька? Что за дела? За подстава. Не понял. Кто Вальку в гарнизон спрятал? Чё? Ничего хотят сказать, что у него Вальки нету, что ли? Так, то ли я втыкаю, то ли реально я что-то попутал. Вот она. Наконец-то. Так, ну сюда ставим однозначно. Сразу же ставим тулим ремочку. Питон готов, тыковка. Вместо этого тыкаем Вальку. Не тыкаем Вальку, ребят, не путайте. Но Вальку тоже можете тыкать. Так. Ара нам нужен. Нафиг он нам не нужен. Кого там возьмем? Афину. Да нафиг там Афина. Она будет нам только мешать. Кто еще у нас такой интересный может быть? Можно, в принципе, Друлю поставить. Как вариант. Только его тоже надо где-то отрыть. Блин, что-то я отвык от этого алтаря. Давно сюда не забегал. Вот и наш Друля. Вот такая вот сборка у нас будет. Смотрим, показываю вам применение такого героя. Ну и заодно посмотрим, что он может сейчас. Сейчас вы ойкнете и айкнете. Так, давайте начнем с кошмарки пятой. Раз, два, три, четыре, пять. Кошмарка
5. Раз, два, стартуем со смертушки. Усиление получили. До свидания, герои! Вот так вот смерть бьет. Чтобы вы себе просто понимали, почему она круче, чем Анубис. Ну, не круче, чем Анубис, но интереснее. У него нету кулдауна. Когда у вас будет Купидон, Валька там, или там Афину возьмете, герои, которые будут ее заряжать, она будет вас без кулдауна бить точно так же, как и шапка. Поэтому шапка даже круче для подземок. Я уже показывал когда-то, чем Минотавр. С ней намного проще пройти. Так, следующий наш заходик. То же самое. Стартуем с нее. Получаем разгончик. Бафнули там у нас древко. Получили разгон. И вуаля. Что мы имеем? Все герои нафиг слиты. Ну, понятно, что мы тут не пройдем. Но, то есть, так, чтобы вы понимали, у вас остались только одни демоны, которые могут вам мешать. Мешают. Давайте попробуем другой вариант. Попробуем чисто смерть, тыковку и кубчика сейчас выкинуть. Вот я вроде их троих резну или больше резну. А, Валька нам нужна. Короче, резаем всех, идем на 7. 7-10. Там друида не резнул, по-моему, да. Смотрите, кошмарка 7. 10. Ну, тут, в принципе, тот же самый заход. Ну, лучше, конечно, начинать с вольта. Так, немножко я посрал начало наше. Ну, в общем, тот же самый принцип. Вы разгоняетесь, а тот ему не позбивал. Вот смотрите, что она делает с героем. То есть она точно так же будет всех убивать. То есть с нею позадрачиваться, проходить можно свободно пройти. Эту подземку сейчас мы попробуем поставить немножко меньше героев. Так, ее оставим. Крону убираем, Купидона оставляем, тыковку оставляем. Вальку. Так. Друида убираем, давайте Вальку поставим тоже, то есть чисто разгон и баф, то есть без хрона. Такой вариант. Надо, конечно, тотема пообезвреживать. С этой стороны нет, зато с этой их дохренища. Вот тот же самый вариант. Можно даже стартовать с тыковки, чтобы быстрее был разгон. Главное, чтобы все вылезли вовремя. Ай-яй-яй, я сердцеедку там не сбил. Ну, в общем, вот как-то так. То есть у вас осталось, как видите, там ронины пооставались, которые были в инвизии, то не все. То есть можно таким образом трешевать, кидать чуть-чуть дальше магию. Часть ронинов посливали. То есть у вас урона более чем достаточно. Такое, конечно, не пройдет, а может когда-то и пройдет, если 30-й всем качнуть. На кошмарке. 8-й. Я все никак не доберусь, честно говоря, лень. Может когда-то соберусь. Ну, как видите, здесь надо Атлант. Атлант нужен. Вот тыковку у нас ушатали. Ну, не дадут там тут зарядиться. Тут надо Атланта, чтобы слить стрелков и прочих. Вряд ли мы кого-то тут убили. Нифига себе, малыша Ника слили. Вот так вот. Давайте попробуем сейчас на экспедиции найти что-то интересное. Поехали, попробуем. Попробуем в экспедицию еще сбегать. То есть такой герой, он старенький. Чисто что для него на сегодня. Ну, еще можно, конечно, на битве гильдии его тестить. Но не факт. Так, понятно.
парень даже без смотрителя. Смотрим. Сейчас к нам прибежит тыковка, либо душек. И украдет у нас всю энергию. Но мы его просто убьем с двух тычек, потому что мы мега имбы. Даже Ара не смог убить. Вот так вот. Вот что, ребята, значит имба. Смотрите, что она делает со зданиями. Выносит любое здание с тычки. Даже Атлантище не сработал на ком-то, потому что никого уже нет. В общем, урона у нее много, но она в 95% вас просто не выживет. К сожалению. Или к счастью. Так, смотритель у нас ударил. Смотрим сейчас, как герои идут в инвиз. И первым это будет Капитан Дрейк. Ого, нифига себе. Видали, какой урон? Я не знаю, сколько она там Дрейку присадила. Но нереально круто. Так, тут у нас башенки поджимают. Поехали, другого противника найдем. Тоже интересно сейчас будет посмотреть. Сколько же, интересно, она урона наносит. Ну, мы тут не увидим, наверное, я не знаю. Сейчас посмотрим, пусть отхилится. Так, Ара, уйди, уйди, ну зачем ты пришел? Черепа просто стычки в инвиз отправила. Ну все, череп сейчас ее шатанет. Стыковка, и вот так вот. В общем, вот такой вот тест, ребят, просили, пожалуйста. То есть видели, что герой не поменялся, но ресурсов мы затратили до хренища. Поэтому с вас, как обычно, лайк, репост, участвуйте в конкурсах, ссылочка в описании. Всем удачи, всем пока.